Че, Ирик, пару слов на дорожку? В этом году поедем, бешеный заставы будет. Да. 6 машин. Пока 4 приехало, сейчас 5 приедет. Да, 6-ю подхватим. 200 километров отсюда в Алатыре. Да. Здрасте. Здрасте. Что, готовы, что ли? Снимайте. Что ж, всем доброе утро. Здравствуйте. Выехали мы на море. В этом году нас много. Нам прибавилось еще 3 машины. Пока мы выехали 5 машин. Скоро еще одна машина к нам присоединится. Настроение отличное. Да, время 6.30 утра. На улице 18 градусов. Туман. Всем обещали ехать в Абхазию. В Абхазию не получилось, потому что народу много туда едет в этом году. И нас много в этом году, 6 машин. И мы решили все-таки ехать проверенными путями. По 12 часов стоят на границе. В Абхазии. Да, пробки по всему побережью. Цены подросли, говорят, раза в 2 по сравнению с прошлым годом. А в Крыму, наоборот, говорят, дешевле и народу нет. В общем, поэтому решили снова в Крым. Так, время 6 часов 45 минут. Мы выезжаем из Мирёнок. Мама, детишки. Вы куда едете, детишки? На море! Ура! На море. Молодец! Сейчас встречаемся в Алатыре со всеми остальными. Продолжим дальше путь. В этот раз у нас 6 машин. Не знаю, как доедем. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, коллектив будет такой же слаженный. Как всегда, будем посмотреть, как говорится. Если у нас было 14 человек, то в этом году 27. Или 28, я даже точно не знаю. Да, ну скоро узнаем все-таки, сколько нас. Да, километров через 100, наверное, сейчас подхватим еще 6-ю машину. И поближе со всеми познакомимся чуть попозже. А пока едем. Едем в Крым! Поехали до Алатыра, река Сура. Да здравствует Мордовия, да? Она самая. А вот и 6-й. О, я поехали. А вот и 6-я машинка. Короче, намного короче. Привет! Где там супер надпись? Привет. Где супер надпись? Здравствуйте! Привет! Нас в этом году очень много. Сколько человек? 27. А мы думали 14 много, да? Да. Да. Против, что вот. Улыбаемся, Маша.
первая перекличка, Рима снимает. Первый. Второй. Третий на месте. Четвертый. Слушаю. Перекличка. Аккуратно, подпрыгиваем. Еще. Первый на месте. Второй на месте. Третий на месте. Ты на месте. Пятый на месте. Шестой на месте. Едем в Крым. Все, все в пути. Все на месте. Едем в Крым. У-у-у. Доброго пути. Может, в Абхазию? Может, в Абхазию. Ближе к этому посмотрим, да? На Абхазии же крест поставили. У тебя плакат есть, еще раз зачеркнешь. Все, едем в Крым. Наша первая заправка. Ну что ж, перекусили, едем дальше. Сколько мы проехали? Метров 600, наверное. Нет, 350. 550 где-то. Метров 550 проехали. На улице 24 градуса. 24 градуса. После дождя везде все мокро. Надеюсь, дальше будет сыро. Ой, сухо. Сыро-сухо? Сыро-сухо, да. Едем дальше. Еще раз громче. Нет. Да, интересно, смотри. Давай. Смотри. Мама, у меня зуб выпал. Сама хочешь, сама и делай. У меня зуб выпал. Ух ты! Такие классные дороги, аж зубы выпадают молочные, да? Ага. Все. Все, Фия, скинем наши геоданные. Юрик уже заправился, Владик заправился, ждем остальных. Че, как настроение? От души. Устал уже только. Холодный компот.
Присоединилась еще одна машинка. Да, номер 7, наша знакомая из Чебоксар. Наша кумовья. Все понял. Встретили еще знакомых, наша кумовья из Чебоксар. Тоже едут отдыхать. Тоже в Крым. Тоже в Крым. Чисто случайно. Улыбаемся и Время 8 часов вечера, доехали до понтонной переправы через Дон. Скоро остановимся, наверное, поужинать перед выездом на трассу. Перед понтонным мостом, как обычно, пробка. Да, пробочка. Протяженности? Один километр. Один километр, да. Как дела у вас? Нормально. У нас круто все. Чем занимаетесь? Спят. Спят, едем, балдеем. У вас как дела? Тухнем. Да ничего. Живой дом? С голода? Да. Я кушаю, что скажу. У вас как дела? Нормально. Никто не плюет с нами. Нет, все уже проехали. Довольно смеется, прикалывается, рукой машет уже. Класс. У вас как дела? А мы на море едем. Все хорошо. Жены только нету, куда-то подевалась. А так все хорошо. Жены нет пока, можете поехать с нами. Сейчас, смотри, я сейчас прыгаю. Поехали. Давай быстрее. Как дела? Супер. Сидим, ждем очереди. Чуть не забрали то. Да, чуть-чуть не забрали. У вас как дела? Римма, скажи, Римма, этот я... Мы тут не утонем? Может, заметила? На трассу М4. Едем дальше. Впереди еще 200 километров. И потом на ночлег. Выехали на трассу М4 Дон. И движение здесь намного замедлилось. Едем 30 км в час. Впереди заторы, ремонты. Ехать некомфортно. Поток постоянно тормозит. В общем, опять не наша стихия. До ночлега 187 километров. До ночлега... Я вообще не понимаю, что происходит. До ночлега... Кадр 3W3. До ночлега 187 километров. Через 2 часа ляжем спать. Время 9.15. Я думаю, за 12 справимся. А там видео показывали. Едем дальше. Едем дальше. Это Винни-Пух? Нет. А кто это тогда? Саша, время 12 часов ночи. Мы остановились поспать рядом с мотельчиком небольшим. Нам разрешили здесь разместиться. Я нашу. Заселились. На полу у нас будет лежать и спать. Какая я такая?
ночуем в палатке, спим почти. Заселились, время 12:20. Нас тут приютили, дали возможность разместиться возле отеля на площадке. Все, завтра в 5 утра подъем, в 6 трогаем. Все. Всем спокойной ночи. Пока. Наверное, пока скажешь. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В общем, здесь мы переночевали, были здесь наши палатки. Ночевали мы очень классно, было тепло, уютно, хорошо. Вот здесь есть домик, где нам разрешили воспользоваться водой. Там есть уличный туалет. Мы сейчас попили кофе и едем дальше. Что, время 6 утра, мы тронулись, поспали, место было прекрасное. Все сыты, довольны, кофе попили. Едем дальше. 910 километров еще осталось. Надеюсь, сегодня к вечеру приедем. Все будет хорошо. Снова первый поворот после платного участка, после первого нашего. Все засрано, выбора нет. Кушаем, моемся и так далее. Все? Как настрой? Второй боевой. День в пути? Нормально. Как там? Слава богу, Рома живой, нормально. И играет, и ест, и шутит. Сначала есть боялся, а сейчас все, кириешки, хлеба хочу, сока хочу, все подряд. Ну, слава богу. Все, Рома, как тебе в дороге, нравится? Да. Не устал еще? Нет, не устал. Нормально. Как там? Кстати, а вы видели? Привет. Всем привет. Скажи привет. Стоим в пробочке. Кольцо перекрывайте, ребята, кольцо. Оказывается, что стоять в пробке нам целый час. Ну что там слышно по пробке? У Владик, что ли, нога торчит? Ты кто такой? Давай до свидания, да? Климат-контроль. Ой. Закрыли. Градусник! Ну, чем мы тут заняты? Дальше передадим, да? По пробке передавать будем. Стоим в пробке. Чего? Все потому, что кто-то лезет с полей. Со всех щелей. Да, не уважают друг друга на дороге, поэтому создаются огромные пробки. Плюс. Какое счастье, что я не езжу.
ездил по таким дорогам. Плюс дурацкий светофор, который вечно горит красный. Это когда было-то? Красный. Скажите, опять Крым? Нет, смотрите. Главное притворяться, как будто мы здесь первый раз. И ощущения совсем другие. Проехали мы мост. В этом году ужасные пробки, даже и в Крым. Увидели пробку на выезде из Крыма, которой тоже не было. И все, сейчас нам осталось 200 километров. Время 6:30. На улице 30 градусов. Посмотрим, что ждет нас впереди. Да, будем опять поздно, наверное. Так что едем. Да, пойду, наверное, останавливаться. Время 7 часов. Ребят, у кого кофе есть? Чуть-чуть. Да. Кофе забыли, кофе курим. Да, на бардак. Давайте машину на задний фон. Время 7 часов. Остановились покушать. Еще 3 часа пилить. И все будет тип-топ. Борт номер один. Заехали. Да. Заехали полуостров Крым. Как ваше первое ощущение? Пустись, как добрый уже. Борт номер два, как ваши дела? Номер три у тебя. А, это номер три? Ошибся. Борт номер два. Мы заехали на территорию полуострова Крым. Как ваше первое впечатление? У нас уже четвертое впечатление. Четвертое? Никак? Молодежь, что скажет? Все как первое же, да? Хотим спать. Хотим суп. Суп? Вкусный, бабуля. Вот молодежь сейчас. И хотим очень купаться в душе. Что сказать? Не знаю, как руководитель борта номер три. Борт номер три, отчет. Полет нормальный. Расход хороший. Погода хорошая, настроение хорошее. Скоро будем на месте. Отдыхать. Увидимся на море. Борт номер 4. Капитан корабля номер 4. Мы заехали на территорию Крым. Да. Как ваше первое впечатление? Ой, вообще. Первый раз мост увидел. Как ваши дела? Ладно. Так, борт номер 5. Им все некогда, у них маленький ребенок. Пару слов скажете на камеру? Устали. Ну и борт номер 6.
Свет, скажи, ты первый раз в Крыму. Все классно. Даже пробки у нас. За исключением одной. Как ваши дела? Я приехала в Крым. Очень мне здесь нравится. Только море пока не видела. Азовское видела. Максим, как дела? Молодец. Ирочка, тебе нравится в Крыму? Да. Ты который раз здесь уже? Пятый. Четвертый. Всю жизнь, скажи, я не помню. Аня, морем пахнет? Не чувствуешь пока? А мы заехали уже в Крым. Ура, скажи. Ну и я. Попали, конечно, в большую пробку. С маленькими детьми было очень тяжело, но ничего, вроде справились. Все, мы заехали в Крым, сейчас поужинали. Едем дальше. Всем пока, увидимся на море. Заправка. Классно, внутри красиво, все есть, удобно. Сзади заправки. Детская площадка. Владик, давай. Отрываемся. Yeah. 150, 151, 152, 153. Упс, аккуратно. О, бабуля разминается. Если вы устали на дороге, мы вам адрес кинем, куда нужно заезжать. И разминаться. И два. И три. Все дружно разминаемся. Я была не скалолаз. Наконец-то, Максим, скажи. Ну, наконец-то. Я болтаю, скажи. Залезаю. Хочу, что делаю, скажи, Максим, да? Свобода. Свобода. Давай, сильней. Отрываемся, как можем. Вика, давай, прыгай! Когда устал два дня в дороге? Раз! Как сегодня, десемся? Thank you.
детская площадка. Нет. Ребенок Юра, 5 лет. Вы любите такие заправки везде, да? Вообще, скажи, крутая заправка. Взять даже не хочется. Может, и за стилем палатки. А что, вариант? Реклама тест, да, классно, супер заправка. Все есть. Еда есть, туалет вообще шикарный. Я открываю, там мужик срет, ничего страшного. Их весь Паша говорит, они целый топ говорит. Все, говорит, газы будут заправляться, говорит, сейчас зайдет заправить. Бой здесь стоит. Потом спрашивает, куда идти, говорит. Скажи себе, в Паторе идите. Серега такой, нет, говорит, говорит, а штормовой, говорит, что вы там нашли, говорит, там пески и ветра, говорит, вот сюда, говорит. Че, поехали? Приехали мы на море, село Штормовое. Приехали на море, село Штормовое. Размещаемся. Мы приехали на море, я очень рада. Мне нравится на море. Максим, скажи. Давай, Максимка. Мы приехали на море. Расскажи. Первое августа, время 12:30, мы приехали в Штормовое, смотрим на море, оно нас радует, разместились недалеко. Ночное море, да? Все, купаемся? Да. Искра, пускай мазы друга. Первый раз очень страшно было, да. Хочу заснять. Ну где там молния? Пока там стоял, 10 раз сверкнуло. Я полмарти, чардная сразу же. О. Нифига, двойная была. Водичка кипит. Штормовое. Суточка, у нас дождик тут. Люди еще спят. Тур проснулся. Лагерь. Шаточка. Вот это палатка. Палатка крокодил. Проснулись, дождик всех напугал. Там озеро. Как нас встречает Крым? Опять так же сидели, ничего не смотрели, одно объявление нашли, приехали и все сразу заселились. 27 человек сразу в одном доме, что получается, заселились. Да. Выспались хорошо, спали. Разбудил нас гром. Погода разбудила сегодня. Еле успели палатки собрать. Нашли жилье. Буквально после ремонта только, после такого легкого.
как раз оказалось 9 номеров свободных. Юрик, правда, постарался, в Олесе нашли. Ну и погодка, такого еще не было. В общем, мы все заселились, нормально. 20 сколько, 7? 27 человек за один раз заселились. Так что нормально. Сейчас солнышко выйдет. Надеюсь. Юбилейная 15. Юбилейная 15. Три кабинки душа. Помыться. Туалет. Вот наш дворик. Небольшой тут виноград у нас. Вот номера. Все были пустые, и мы заняли, можно сказать, весь отель. Наши номера самые крайние. Максимка обкатывает машинку по Крымской дороге. И здесь будет спать у нас баба. Здесь будем мы. Пока вы даже не успели вещи разложить, только приехали. Трехместный номер. Каша из топора. Сейчас быстренько покушаем и будем раскладываться. Первый раз идем на море. Первый день. Граждане отдыхающие, как ваше настроение? Хорошее, но уставшие пока. Анечка первый раз будет купаться на море.
Так, я не поняла, кто пил? А? Эти или эти? Привет! Всем привет! Баба, длинные ноги! Гигантские какие! Нет, не надо. Кто будет пиццу? После бурной тусовки уснула прямо за столом. Потащи, не переживай, за ноги возьмем, да, в море окунем, сразу проснуться, да? Артур, со мной да. Видеоинструкцию сделаем наконец-то. Понимаешь, просто концовочная. Как? Все спрашиваем. Как вам море? Маленький. Мокрое? Да. Соленое? Каждый раз удивляюсь. Не говори-ка. 100 метров раньше тоже окунулись. Как тебе море? О, соленое? Сюда пришли. О, так оно соленое. О, море соленое. Че, как вам море? Идет что? Шортик. Море здорово, да. Чистое, прекрасное море. Никакой грязи, никакой тины. Чистишь, иди к моей морщинке. О, кто это то? От песка спасли. Спасли от песка. А что, так можно было, что ли? Да, можно. Ты было. Понял, да, обратно как пойдем? Реально. Куда пошли? Переизбыток витамина D идет. Аж херово стало. Да. Перезагорал. Обедать? Время обеда. Сейчас за водой заедем еще. Вот тюрьмы. Идем на вечерний пляж. We'll be right back.
ну уже! Мне работа, дай девочки! Я был за весь сад, а вы что сидите? Так, не поняла, такая толпа, куда собралась? Ну, Крым, держись! Йоу! Йоу, Света, давай жги! Приехали в Поповку. Решили, да, всем показать. На бывший Казантип тут. Вот есть развлекательные всякие аттракциончики для детей, хороший пляж. Мы здесь были уже 2 года назад, но как бы решили поехать проведанными тропами. Ну вот. Значок Айбургская, там заедьте. Ну, в общем, всем показать прекрасный пляж, где нам очень понравилось, где было очень красиво. И недалеко. И красиво. Да, и рядом с нами. Наша маленькая мобильная группа идет на пляж. Привет!
Приехали в Евпаторию на разведку. А то каждый год приезжаем рядышком, а ничего не смотрим. Так что узнаем Евпаторию поближе. Шикарно. Да. Если вы не понимаете, о чем у меня тут кондиционер. Да. Какую жару, это суп. Давай жги. Мы наполовину только подняли, что ли? Половину, я вижу. Вау, вот это вип. Главное, держите скрепки. О, вон море. Все, ты же из Рыбмайки не приник. Валерий, ну мы не берем. А, ну да, там. Через сеть, пожалуйста. Качается за тебя. Пожалуйста. Окей. Сайки, наверное, он там. Главное держаться покрепче. Олеся, где у нас? Да, он сидит. Ты что, не самый верх, что ли? А тут ты сними, ты Сереж. О, машина. Машина? Ага. 350 рублей. С человека. Едем, детки? Тратить деньги! Тратить деньги! Куда мы едем, папа? Мы гулять. Точно, не тратить деньги! Мы пришли на парк аттракционов!
Устали все. Время уже почти 11 ночи. Время отдыхать. Все, хватит на сегодня. Время 10 часов. Надо ехать на пляж, а кто-то не встает. Идем будить. Бригада. Закрыт. Уже счухнулись-то. Надави на дверь. Все, операция провалена. Они услышали, походу, и закрылись. Ага. Ну вот и все. Следующий раз. Ну что ж, пятый день нашего отдыха. У нас полгруппы поехала в дельфинарий, в Паторию смотреть. Там, где мы были уже. Да, мы были там уже, поэтому мы не поехали. А мы решили разведать соседнее село. Оно называется Заозерное. Только удастся ли нам, не знаю. Кругом тучи. Надвигается дождь. С каждым годом дороги все лучше и лучше. Прям вообще заметно, что Крымом занялись. Везде кругом постройки, новостройки, ремонт дорог. Были вчера и в Патории. Там очень много новых домов, квартирных. Новостроек. Вообще все, город преображается, становится все краше и краше. Гуляли по набережной вчера. Да, толпой. Народу много. Хоть и говорят, что в этом году народу в два раза меньше. Нам это так не кажется. В общем, разведаем. Да. За Озерным. Пляж за Озерным. Привет! Че, Владик, посмотрели? Поехали обратно? Лучше нет штормового. В общем, приехали мы в Заозерное. Здесь кругом все огорожено. Thank you.
дельфинарий. А ты панамку почем взяла? Она у тебя очень красивая. Очень организованно, да, круто все. Да, все шикарно. Очень. Шикарно, все трюки исполнили на 95%. Они. А почему не на 100? Мне кажется, на все 100. Все очень красиво. Все быстро. Чёрт. Разнообразно, да? Да. Там не только же дельфины, морские котики тоже были? А, лев был очень интересный и смешной. А дельфины катали людей? Да. Трюки всякие трюки, делали? Трюки. В паре там? Белые паре. Киты тоже пели. Акробатические упражнения были. Классные. В общем, вам понравилось? Yeah. И цена нормальная. Так что? Все очень круто. Советуем всем. Приходите в Евпатории на дельфинарии. Да, беги, да! Вон, идешь! Да. Быстрее, быстрее! Говорите. Шестой день нашего отдыха. Время 10 утра. Решили еще раз поехать на озеро Сасаксибаш. Розовое озеро? Ну, так называемое розовое озеро, да. Будет ли оно розовое сегодня? Неизвестно. Посмотрим. Хоть и говорят, что в этом году мало народу, по крайней мере, в два раза точно меньше, но навигатор нас ведет в объезд города Евпаторию. Евпатории объезжаем полностью город, так как пробки. В городе пробки. Оно сегодня розовое, не то что в прошлый раз. Либо мы, пожалуйста, приехали вечером, поэтому не видно было, что розовое. Ну, с дрона посмотрим. Запись пошла. Давай. Пару слов туда-сюда. Мы сейчас в Крыму. Пару слов о озере. Озеро как озеро, да? Все, что я могу сказать. А сейчас мы пойдем в другое место.
сижу. Пенница, смотри. Пенница. Душевая кабинка занята? Дождь. Да, дождик. Давай бегом! В чем же он, да? Тупые, да? Смотри сюда, смотри. Я не вижу. Можно купаться? А? Можно купаться. Вот он. Улыбаемся. В общем, 30 утра. Операция «Разбуди ближнего своего». Пацан Дре, доброе утро. Подъем. I'll be back. I'll be black. Гранату бросаем. Ты куда едешь, Максим? Ты куда едешь? На пляж. На пляже нравится тебе? Да. А ты на дорогу смотри, рули. Да, рулю. Я рулю. Шли на море и тут встретили людей из Новочебоксарска тоже. Вот. Очень приятно. Привет, ребята. Хамриял. Да, Хамриял. Новочебоксарск рулит. Оказались вообще знакомые это, с Новочебоксарском. Это наш лагерь. Да, ходили к нам на танцы. Да, ходили когда-то на танцы. Да, точно. Вы тут дикарями уже сколько дней? Да, неделю. Уже неделю отдыхает. Молодцы, очень здорово. Да. Мы рады вас видеть, если честно, от души. Реально. Мы тоже. Даже без камеры реально видно. За 2500 намного этот интереснее встречаться, чем там. На банане сегодня весь банан съели, одни чуваши. Представляете? Это надо же тогда. Случайно проговорился у нас ребенок, а у нас в Чебоксарах вы тоже катались. А вы тоже с Чебоксарах? Весь банан с Чебоксарах. Не, здорово вообще. Класс. Вот такие дела. Засними, как классно. Да. Молодцы. Даже, я говорю, без камеры просто рады встретить человека, который, ну, просто Чувашии, просто. Это вообще класс, да. Мы тоже очень рады, да. Вот. Идем на пляж. Как на работу. Осталось еще совсем немного. К сожалению, что-то в этом году очень быстро. Будем отрываться. Привет из Татарстана. У вас?
подошли. Как ближе к делу. Запор кличку. Принц. Если до понедельника он не найдется, мы... Эй! Здравствуйте. Можно что ли к вам в гости? Да, конечно. Хотите ли бы вы увидеть себя в Ютубе? Да. Не против ли? В Ютубе? Против, конечно. Все, это да, значит, да, не да. против? А? Да. Пришли к вам в гости? Пришли в гости. Ютуберы. Вы представляете, пока вот сюда к вам шли, еще трое нас узнали. Мы, говорит, видели, да. Отсюда что, по дорожке? Или в магазине двое. Второго там тормознули возле кафешки. Чувак подбегает, я говорю, ты, говорю, четвертый. Сразу его в лоб. Не-не, в магазине еще стоим, вот с Чебоксар разговариваем с людьми, и вот и другой подход. Вы же, говорит, у вас же, говорит, Ютубе канал ваш, говорит. Да, говорит. Троих, короче, давайте. Ну, даже покрасили. Не только чуть-чуть. Я вот такая красная была, вот такая. Да, вообще мы в шоке. Красиво тут у вас. И морешко рядом. Вообще, красота. Море очень близко. Да. Эти тоже, если что, чуваши. Чувашла галахутемынь. Менле каламала. Каламала. Пельмес чувашла. Да. Вишпилеп, да. Вишпилеп? Вишпилеп. Лиля, чувашла брать меч, что ли, Улёжа? Мечик. Да, давайте сушилка, вещи сушатся. Короткий, тихий голос как раз для сушилки. Вообще отсюда можно выходить. Тайком, никто пока спит, жена не видит, да? Да, видит, отсюда бегал. Вышел вещи сушить, да и пропал. Все, это наш с тобой секрет. Да, да, да. Слушайте печень трески. Угощайтесь. Мы не сами поймали рыбу сегодня. Да, законсервировали ее и продали. Закрыли. Нам продали, да? Да. А сами купили печень. На эти деньги. Печень трески. Ну, этого видео все равно не будет, так что Серёж, это мы вырежем. Да, да, опять как и печень твою. Вырежем. Значит, вместе с печенью. Все, все, сейчас уберешь от смеха. Кого ты снимаешь? Хорош. Вот кто Иван Чай делает, скажи. Не говори, как. Чудотворный. Здесь мы заселились. Давайте посмотрим. Тут готовимся к уже к отъезду. Вот такой вот дворик. Здесь вот душевые, три кабиночки. Туалет. Надеюсь, тут никого нет. Ку-ку. Туалет тоже три кабиночки. Раковина. Владик, голых никого нет у вас там? Нет. А зря. Марина вовсю готовится к отъезду. Да, чемоданы собраны. Чемоданы собраны, да. Вот такая вот комнатка. Четырехместная. Четыре места, и больше ничего нету. Тут тоже четырехместка. Улыбаемся и Маше. То же самое, такая же комната. В общем, раз, два, три, четыре комнаты четырехместки. Это я не знаю, кто такие. Вчера только заселились. Гастарбайтеры, мы тут ремонт делаем. Вот здесь вот кухня.
Наша огромная гастроль, нашу огромную семью. Кушаем либо на улице, либо здесь. Два холодильника. Надежда, что ты нормальный мужик. Ты получила забиво. В общем, эти столы стояли возле каждого, возле каждой комнатки. Ну, так как нас много, мы все их поставили возле кухни и все вместе обедаем там. И дальше тут, в общем, идет желтым цветом, это комнаты трехместки. Улыбаемся. Все готовы к отъезду. Это наша комнатка. Вещи мы уже сложили в машину. И последняя комната, это с крышей. Вещи можно развешивать, сушить. То есть удобно, у нас повезло, как раз две комнаты занялись, и я с двумя детьми, с мамой тоже. Это шестая машина. У них свой диванчик, свой уголочек. В общем, как-то так. Тут дом хозяйки. Очень классная хозяйка. Всегда все убрано, чисто, в туалетах, душах, душевых кабинках. Всегда опрятно. Ладик снимай. Вот как-то так. Что, куда мы приехали? В Крыму, в Стормовом появилась мойка самообслуживания. Вот решили попробовать. И угадайте, где? Да, в прошлом месте, где мы жили. У Артура. То место, где мы 2 года назад снимали здесь комнатки. Помылся? Угу. Как? Машина хоть вдохнула, наверное. 23 градуса показывает сразу. Это на улице 37, наверное. Что, последний день отдыха? Что-то очень быстро пролетело. С каждым годом все быстрее и быстрее. Идем на пляж, последний раз искупаться. Насладиться морешком. Завтра уезжаем, 5 утра, трогаемся. Вещи уже собрали, все закупили на дорогу. Так что валим. Надеюсь, все нормально доедем. Выедем нормально из Крыма. Да, пошли купаться. Когда остался последний день отдыха? Последний день отдыха остался. Быстрее, быстрее, надо искупаться. Вот и прошел у нас отдых. Сегодня 10-й день.
Сейчас здесь купаемся на море, поедем домой готовиться. И завтра с утра домой. Эти 10 дней пролетели, как 3 дня, наверное. Пока пришли, обустроились, уже обратно ехать. Опять надо ждать целый год. Пока Серега сделает ролик. Отдых прошел. Завтра домой. Че, говорит, там Юрик, откуда дым? Горит военный аэродром. Сакский район. Как там был? Новофедоровке. Говорят, прозвучал взрыв. В новостях пишут, что 15:20. Время 5 часов. Почти полтора часа назад. Да, первый взрыв был. Произошло, говорит, 10 взрывов. Пишут так. Пока точной информации нету. Пару капель уже есть. В смысле, страшно. Сыкотно. Очень сильно захотелось домой. Ну что, море, пока. Пока. Мы будем скучать. Пока. Будем скучать. Пока. А мамочки что? Все, отдохнули телом и душой. Будем сильно скучать. Как будто вчера приехали, а уже и выезжать надо. Да, уже домой пора. Как раз погода портится, мы уезжаем. Пока! Пока! Здесь должна быть очень грустная музыка. Будет очень грустная музыка. И замедлить, как все. Да, 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 как все грустят. Почесаться, давай говори. А эта машина у нас заслужила повышение с 6 ранга на 5. Так получилось, что номеру 5 пришлось уехать пораньше, поэтому будет 5. Подожди. Санек заметит, интересно, разницу? Нет, не скажу. Та-да-да-дам! А где аплодисменты? Браво! Браво! Поздравляем! Хоть хозяин даже и не в курсе, но... Ну, проверим, заметит разницу или нет. А мы продолжаем собираться домой. Таскаем вещи. Время уже. Забираем грязь с собой. Да. Чтобы в бане мазаться. Мы всей компанией придем, будем мазаться грязью. Время 7:30, мы уже почти готовы. Попьем чайку сейчас, посидим чуть-чуть, ляжем спать. И подъем во сколько? Не знаю, чем раньше, тем лучше, но в 5 утра запланируем выезд. Раньше выйдем, то будет хорошо. А если кто хочет заселиться, прекрасные номера. Прекрасные вот. Хозяева. Можно сказать, даже, наверное, эконом-класса, наверное, да? Да. Юбилейная 15. Нужна подожда пузырь и поп-манера. Это была реклама, я тебе скажу. Классная хозяйка. Пойдем Диваш Семгилергунда. Зовут Света, Светлана. Номер. В описании оставим с адресом. Так что выселяйтесь. Сейчас позже с ней познакомим вас. Да, если не получится. Но это не точно. Только у Пах Чиваш или пультик тут так вам нравится. Завтра рано утром мы езжаем. Мы легли спать. Да? Да. А кто-то еще не лег. А кто-то даже не собирается ложиться спать. Да. Первый раз, чтобы Зайка играл. Что делать? Что делать? Вот что бывает, когда нет интернета и скучно, да? Да. Совершенно верно. 4:25. 11 августа. Мы собираемся уезжать. Что там, пылесос спускаешь, что ли? Да. Подкачивать надо иногда.
Вот, собрались, едем домой. Время раннее, 4 утра. Здесь заказ показывается. Темно здесь не как у нас. Да, тьма. У нас в это время улица 2. Да. Сегодня цель у нас доехать в Богучар, проехать в Богучар. Где-то сколько? 1200 километров? 1159 до понтонного моста. Вот. Понтонный мост едем, и все нормально будет. Все. Вот 1200 проедем до сегодня. Доброе утро! Все, как вам отдых? Понравился? Ой, во! Классно! Мне хочется. Наотдыхались? Нет. Да. Нет. Нет. Я отдохнула бы еще. Да, и все. Не надо. Хватит там уже такого. Домой надо, да, Давид? Все, выехали. Прощай, штормовые. Ну что ж, время без 5:05, как всегда. Мы выехали со штормового. Планируем проехать сегодня 1200 километров. Как получится, во сколько приедем, как всегда, наверное, поздно до Богучара. Посмотрим. Надеюсь, пробок не будет. 24 градуса за бортом. Очень тепло. Тепло. Ветрено, правда. Вчера был дождик весь вечер. Все, добрый путь. Все, заправились, первая заправка. Тест заправки вообще рулит, удобно. Кушаем. Всем привет. Малыши спят. Тоже спят, ага. 5:40 осталось. Всего лишь на сегодня. Нам не брукать, едем дальше. Кофеечки. Едем дальше. Едем дальше. Все, ВДшка рулит, починили, нормально, заработало вроде. Все, поехали. Поехали. По машинам. Прекрасно. Ну, где мы остановились? Перед мостом. Проверка. Раньше такого не было. Сейчас, да, перед выездом Крымского моста встали в пробку. Приятно, да?
Скажи, все врут. Все врут, не говори. Все нормально. Мусор монтирикова сказать, это. Ага. Они так говорят, что мы так, телевизор по-другому. Все нормально, целый, проверили, скажи. Привет, Лена! Привет, привет, привет. Че, мы будем что-ли покупать арбуз? Че, по арбузу? Я арбуз и домой. Наша первая пробка. Стоим. Да, вон люди по обочине едут. Почему мы стоим на пробке? ЖД переезд. Вон обочине, короче. А как там же, ветер будет? Верблюд, верблюд. Сегодня 11 августа, мы выехали, и у нас сегодня с Зайкой годовщина свадьбы. 10 лет как вместе. Можно поздравлять? Ура! Ура! Поздравляем! Я тоже присоединяюсь. Я вас поздравляю. Желаю там крепкой семьи. Сейчас счастья, побольше любви. Что дети вас всегда радовали. Ну и это да. Все, вечером с нас манго. Спелое. Манго что, что-то она уже дала мне. Ну извините, что есть, то есть. Что есть, то и будем. Спелое манго. Да, лучше водочки. Водочки потом, когда приедем. Водочки когда-то потом, когда приедем, шашлычком. День рождения. Да шучу я. День рождения. Я тоже. Да уж, пингвинчики умеют развлекаться. Что скажешь? Первое. Что? 220 рублей. 220 рублей в будни дешевле, оказывается, мы и не знали. Так, время 5 часов вечера, тормознули покушать, проголодались, что-то устали, размяться. Жарко, да? 35? Да, 34 где-то градусов, да. Шашлыки сколько сделали? Шашлыки? Сидеть устали, решили остановиться, поесть. Кукурузской мастерой. Повытягиваться. Да. Сколько до Богучара еще? 500 километров было? Все, пилить, пилить. Не будем знаю, за полночь. Думаю, я уже думаю, доедем, не доедем. С такими пробками. 450 где-то ровно. 450 ровно. Пора доедем. 6,5 часов или сколько? Там почти 7. Тут красивые поля. А сейчас пробку галь, будем бешеный. Thank you.
километр часа, а муха все держится на лобовом с улицы. Давай ускоримся. 90. Пофиг, смотри. О, сдувает, сдуло. 90. Извините, вы тут лишний. Наша следующая пробка под Ростовом. Что стояли, непонятно. Время 7:30 вечера. Все, едем, едем. Зайки, не устали ехать? Нет. Вы где? А где Давид? Мы его не забыли там? На заправке? Забыли. Забыли на заправке. Ну вот, а кому мы завтра каравай споем? Не знаю. Дава? Дава продакшн. Вертолет. А вот и Давид. Время час ночи, поехали Богучар, понтонный мост, и сразу съехали с дороги, чтобы остановиться на ночлег. Разместились тут, разместили небольшой лагерь, неплохая поляночка, асфальт недалеко, иначе переживаем просто, что ночью будет дождик, в 3 часа обещают дождь. Как обычно, доброе утро. Попьем кофейку и поедем дальше. Сколько мы сегодня должны проехать? В районе 1000. 1000 с копейками. И скоро будем дома. Сегодня у Давидкина день рождения. 7 лет ему исполняется. Пока он спит, позже мы обязательно поздравим. Время 6:20, сказал бы. 6:20. Все, допиваем кофе и едем дальше. Точно, кофе. Сейчас уедет. Да, сейчас уедешь так же. Добрым утром. Чинь-чинь. Чинь-чинь. Спали хорошо. Место попалось хорошее. Дождя не было. Такая легкая земля с песком. Нам понравилось. Думаю, может, еще там будем спать. В этом году погода нас радует. Да, балует. На улице 23 градуса. Что ж, второй день нашего возвращения, время 6:30, у нас в строю осталось только 4 машины, 5-я машина осталась, так как дети еще спят, они решили не торопиться. 6-ю машину мы потеряли еще в Крыму, они решили поехать чуть пораньше. Они доехали вчера. Да, все, доехали благополучно, все хорошо. А мы, надеюсь, доедем сегодня. Да. Вечером, ночью. Едем. Посмотрим. Возвращаемся домой.
Пахлава. Горячая кукуруза, да, Дэна? Будешь ходить дома, говорит бабуль дедуля. Самса, манты. Миди, гальмары. Малина, ягода малина. Ежевика. Рапан. Да? Или в садике будешь так ходить, всем предлагать? Ну. А у кого сегодня праздник? С днём рождения! С днём рождения! Году нас навигатор повел домой через Саратовскую область. Здесь мы были когда-то один раз, наверное, когда ехали, может, на юг или с Волгограда, не помню. Машин здесь нет, заправок газовых тоже нет. Зато дороги идеальные, свеже отремонтированные дороги. Вот что такое настоящий подкаблучник, да? Когда твои щемордозем находится прямо под каблуком. О, Давид, с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, добра! Чтоб родителей слушался, чтоб большим был. Друзей много было. Чтоб Даяна тебя не обижала. И ты ее, да? Тебе можно. Главное, чтоб Даяна тебя не обижала. Чувашу заберете, что ли? Нет, в этот раз нет. Ну ладно. Пошла отсюда. Все, обедать. Березовая роща. Захват рощи. Нашли дорогу, да, напрямик. Ага. На 40 минут короче. Путь к желудку называется. С днем рождения, Давидка! Не понимаешь? Давид, мы поздравляем тебя с днем рождения. Загадывай желание, дуй свечки, давай. Давайте. Юрик, с днем рождения. Юрик. На улице 30 градусов, ехать еще часов 5, наверное, будет поздно, пьем кофе, хочется спать, но ничего, осталось немножко. Как там твой звук? Чин-чин. Чигрин, чик-чирин. Чигрин-чигрин. Прощай, Бензенская область. Да здравствует Мордовия! Мы уже почти дома! Да, почти дома!
дома еще 300 километров, а все радуются, что уже дома. Еще пилить и пилить, часа 4, а уже дома. 300 километров, что это по сравнению с 2400? 300 до 400, да. Так что погнали дальше. Так что Мордовия почти как дома. Тринадцатая заправочка по счету. Поездку на море. Отправили последнюю заправку. Дома выпили. Уже почти дома, да? Почти дома, да. Цены на газ прям говорят сами за себя. Чем дешевле, чем ближе к дому. Что, не устали ехать? Нет, все нормально. Все, еще немного дома? Да. Для тех, кто интересуется затраты на топливо и на жилье, топливо округленно там с платной дорогой вышло 11 тысяч и жилье вышло 20 тысяч на нашу семью. Про остальных не знаем ничего. Знаем, но не скажем, да? Да, знаем, но не скажем. Каждый отдыхает в меру своей испорченности. Вот так. Наша пятая машина отсюда стартовала. В общем, у них осталось еще немножко, они отстали немножко от нас в Ардатове. Так что пятая машинка пока! А нам еще ехать. Время 8 часов вечера уже почти, мы доезжаем, осталось 60 километров, на улице похолодало, уже 17 градусов, чувствуется, что приезжаем домой, подъезжаем к дому. Thank you.
Спасибо. Где визги, счастье, радости? Ура! Первое впечатление очень холодно. Договорились, все? А то не общались, да? 10 дней не виделись, ё-моё. Ощущение, что вы приехали в черную дыру, все светитесь, вокруг ничего нету, просто тьма. Нет, давай-ка новички, вот то, первое ощущение, Витя, они хотят сказать. Давай, Калу. Давай, Витя, скажите. Классно было, вообще обалдеть, первая поездка очень понравилась. Я давно мечтал вот именно на машинах, чтобы дороги, дома, людей и все повидать. А то на поезде, или как там, это неинтересно, это не то. А я на впечатления офигенные. А я на море первый раз, и там вообще офигенно. Класс. Если вы думали, что 3 машины – это тяжело, трудно, а мы на этом году у нас было 6 машин, было очень классно, весело, мы танцевали, по-моему, каждый день. Сколько нас было? Нас было всего лишь 27 человек, и это было классно. Так что все... Давайте, пока! Было классно! До следующего года! До завтрака. До завтрака.